Всем доброго времени суток, ребята. На прохождение сегодня очень сложный мод для второго Half-Life под названием Exit. Я проходил вторую часть, Exit 2. Честно говоря, я очень долго хотел пройти первую часть, но не решался, потому что мод очень длинный. Давайте посмотрим. Я этот мод всего проходил один раз и очень, честно говоря, очень были большие заморочки, все. Кошмар, уже меня валят, пилят. Так, подождите, я здесь что-то, по-моему, в настройках видео, да. Да, яркость надо выставить побольше. Так, так, так. Все включено, отражать все. Да, ультрах. Вот реально очень сложный. Здесь сразу же куча вот этих вот зомбаков появляется. Гравикошки ни хера нету. В принципе, как пройти, я знаю, но здесь проблема в другом немножко. Так, мне нужно найти вот эту вот, да. Видите, как вместо гравипушки нужно делать вот такие дичайшие штуки. Оружия вообще ноль, просто вообще ноль. Зомбаки злые. Просто я пока не перебью всех зомбаков, здесь, ну, будет тяжело куда-то. Да капец, вот эти вот мордопрыги, их просто нереально много. Ладно, сохранюсь пускай. Ну а что тут сделать? Короче, их просто до хрена. Овер до хрена. Ни одной гранаты нету, ничего вообще, никакого оружия вообще нету. Это трындец какой-то, это просто нереальный трындец. Да. Да. Да, эту бочку-то кинул. А, я же еще не взял-то ее вроде. Вот ты. У меня даже слов нету. Они просто тупо валят. Мод дичайше сложный. Натя. Тупо сломом против кучи зомбиев. Охренеть, они просто убивают. Ну, я другого способа прохождения здесь не нашел.
Так, ребята, здесь нужно вот... Я в эту игру играл, когда первый раз проходил, я просто там охреневал с моментов. Чёрт возьми. Так, еще раз сохранюсь на всякий случай. Видите, вот, во-первых, это не берется ни хрена. Почки все повалены. Ну а как? Вот так только можно. Так. И надо вторую бочку также опрокинуть. Вот. Надо еще одну. Здесь автор просто настолько, видимо, заморачивался со сложностью. Но у меня слов нет. Это я перезагружусь по-быстренькому. Ну, смысл мне там тратить. Вот. Это все, чтобы ради сюда попасть. Капец. Капец. Это, короче, как до такого додуматься нужно было. Да. Да. Это мы сюда попадаем. Да, вот такая вот примитивная сложность. Примитивная, на которой играть, это просто жесть. Да, ты затрахал уже, товарищ. Ладно, они полезут. Капец. Я офигеваю уже с этой сложности. Всем ударов надо ломиком по башке дать. Я их буду просто перепрыгивать. Да ну, это бред, ну это, я понимаю, что это бред, но... как донести до людей, которые не играли в Half-Life 2 моды, вот такие суперсложные? Тут словами все это не передать. Всю эту боль. Да. Так, а куда идти-то? Сюда, что ли? Залочено. Замечательно. Я буду тут сохраняться буквально каждую секунду. Thank you.
Ящики все закрыты, да. Да. Из всех модов есть там еще один мод, Риот. Я его, конечно, на канале не проходил. Но там надо какие-то там трейдинги устраивать. Я, честно говоря, этот мод проходил, но он недоделанный. Ребят, мод сложный, он недоделанный в плане геймплея. Толпы комбайна валят по 20 человек, как минимум. Я не знаю, там ни оружия, ни хрена, ни патронов нету. Есть ли смысл проходить этот мод? Можно, конечно, будет попробовать. Видите, ни патронов у нас ни хрена нету. Да что ж ты, вонючка, ты творишь? Да. Вообще ничего не помню. И, кстати, в Риоте под водой невозможно зарядить фонарики. Они тупо вообще не работают. Ну, смысл. Ладно, так еще можно пострелять. Замечательно. А кто ж там такой хитрый? Патронов-то ни хрена нет вообще. Да, да. Это даже слов нет. Ни игровой пушки, ни хера тебе нету. Куда идти-то? Реально, куда идти? Да, блин. Да ладно. Там явно не туда. Да что за херня? Куда идти-то? Не, ну что за приколы? Я не могу понять. Куда здесь нужно двигаться-то? Ни кнопочек никаких тебе нету. Закрыто, закрыто, здесь закрыто. Ладно, сотрала. Да что ж он не допрыгивает от этого мостика дебильного? Ну, ну! Да без... Идиотизм. Да. Эти выключатели не работают. Гравипушки нет.
Вообще ни хрена нет. Ну да, я сюда пришел. Так куда идти-то, не могу понять. Ну не работает эксит-то. Не работает эксит кнопочка. Здесь не работает. Здесь не работает. Ох, тут как это. Так, странный ящик нам дали, видимо, куда-то надо прыгнуть. Я пока не вижу куда. А, вот, блин. Вот видите, баги, глюки, короче, вот все шевелится, дергается. Мод тоже не модифицирован до полного нормального геймплея. Глюки, баги есть. Если честно, мне этот мод не нравится в плане оптимизации. Игра, геймплей неплохой, но оптимизация здесь просто ужаснейшая. Я думал, что Liberation самый сложный мод. Нет, все-таки там моды еще есть сложнее, но это... На каких-то там прям совсем задротов рассчитано. Длинные коридоры, да. Очень не люблю длинные коридоры, очень не люблю их. Очередная подгрузка, так. Грави-пушку дали, замечательно. Сейчас, видимо, кого-то придется валить, или зомби, или... Я даже не знаю, кого. Что? Кого валить-то? 4 мудака. Да вы издеваетесь. Только догадайтесь, куда идти. Вот хер там, кто догадается. Вот эту вот хрень нужно было вытащить. Так, ни одной аптечки, как всегда, ноль аптечек. Супер. Будем играть без аптечек. Нахрена аптечки?
Ребята, сейчас будет просто дичайшее место. Если я его пройду, я там не знаю, мне там нужно будет дать премию какую-то, шучу. Место реально голимое. Здесь просто будет огроменная толпа этих вот долбоящеров. Их просто немерено. Они вообще идут один за другим. Да, ну я не знаю, как тут можно пройти. Я хз. Как-то проходил случайно, там проходил случайно именно. Вот накидывал ящики, вот эти вот брал. Я гравипушкой их обычно убивал. Именно что я проходил один раз этот мод полноценно. Зашибись. Хорошо. Еще раз хорошо. А может плохо. Да. Вот так вообще легко пройти эту игру можно. Не, ну вообще эти вот ГОшники, они валятся тупо на ура в упор. Здесь у них какой-то дэмэдж просто нереальный. Им просто сделали нереальный дэмэдж. Сохранюсь. Хорошо. Еще раз сохранюсь. Окей. Да ладно. Да ладно, всего с третьей попытки. Я эту херню все-таки смог пройти. Странно, ну, окей. Я не ожидал, что я даже пройду с третьей попытки. Думал, там, наверное, буду раз 10 мудохаться. Я играю на максимальной сложности. Чтобы вы увидели, вот. На максималке мы проходим. Это еще не все, надо еще вот так сделать. Ну, этот автор игры постарался, чтобы делать максимально мудозвонское прохождение. Вот такое вот. Спасибо автору игру. Игры, точнее говоря. Так. Ребят, на самом деле мод очень длинный, я за сегодня, естественно, его не пройду. Видео будет несколько. Будем поглядеть. Опять такой коридорчик, как в прошлом видео. Странный. Здесь я точно помню нычку. Вот та, вот эта нычка. Ее легко можно пропустить. Нычка есть. Там она примитивная, конечно, там.
Всего одна батареечка. Ну. А что я открыл? А, даже нету двери, ладно. Замечательный мод. Возвращайтесь назад. Делайте 1000 кругов. Обратно. Классно. Обожаю такие моды, где нужно делать 1000 кругов. Это прям эротично. Так. Да. Отличненько. Патронов нет, оружия нету. Офигенно. Супер. Играем без оружия. Текс. Да. Название мода назывался Exit. И все выходы под названием Exit ни один не работает вообще. Правда, классно. Пушку дали не зря. Но смысл-то сюда идти? Не, по-моему, точно, да, не сюда. Однозначно. Так, а куда идти-то? Ух ты! Да. Все понятно, все однозначно. Сплошные какие-то переходы и нычки. Нет, с одной стороны, конечно, мод нестандартный, с другой это какой-то задротский вариант. Именно на любителей. Да какого ты хера так быстро-то прыгаешь-то? Вонючка-то. Замечательно, еще один выход не работает. Классно. Блин, драли Драбадан. Как же я тебя ждал. Ты ж мой драгоценный-то. Давай. Сюда, сюда, да.
Так, ладненько, ребят, я думаю, пока что сохранюсь на этом месте и продолжим, скорее всего, завтра. Я обязательно буду проходить завтра этот мод до конца. Я постараюсь полностью пройти всю модификацию. И всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, оценивайте лайком. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто любит такие видео. И по возможности, кому не трудно задонатить, пожалуйста, я буду не против. Но пока что не было ни одного случая доната. За полгода моего канала, уже больше даже чем полгода существования моему каналу. Тем не менее, я буду рад. Еще раз всем спасибо, всем отличнейшего настроения.